В связи с прокатившейся волной пожаров, этот ролик будет посвящен безопасности. Наиболее частая причина возгорания – это замыкание в проводке. Но это еще не так опасно. Обычно есть несколько минут, чтобы покинуть помещение или затушить огонь самостоятельно. У некоторых из нас дома есть куда более опасные вещи. В этом ролике речь пойдет про газовые баллоны. Заправить его. Мы провели свое исследование, чтобы ты увидел, насколько большую опасность они в себе таят. Да, ровно. Причин взрыва может быть огромное множество, от элементарного нарушения техники безопасности до ржавчины или износа. Но часто это происходит, когда баллон заносит с мороза в тепло. Казалось бы, да что тут может пойти не так? Как такой прочный стальной баллон может не выдержать комнатную температуру? Все дело в том, что пропан на морозе находится в жидкой фазе, а полноту заправки часто определяют по давлению, а не по весу. Ну что, дорогой, приехали. То есть сработал отсекатель на несколько атмосфер, значит баллон уже заправился. И как следствие, пустого места внутри остается недостаточно. Пока он на улице, ничего страшного не происходит, давление в норме. Но только стоит его занести в дом, как пропан внутри баллона начинает интенсивно кипеть при комнатной температуре. Давление резко подскакивает в десятки раз. И тут уже как повезет. Бывает выдерживает, а бывает и нехило таки взрывается. Мы решили довести баллон до кипения, чтобы показать вам, насколько же это опасно. Восхитительно! Он не взорвался! Сработал защитный антивзрывной клапан и спустил газ. Но тем не менее, такой баллон может взорваться. И мы нашли подтверждение на ютубе. Только представь, какие будут разрушения, если это произойдет в комнате. А ведь пропан хранится под относительно низким давлением. Существуют еще баллоны высокого давления для газа метана, кислорода и тому подобного. Чтобы предупредить вас об опасности, мы покажем вам разрушительную силу кислородного баллона. Номинальное давление в таких баллонах 250 атмосфер. Это аж в 200 раз больше, чем в автомобильных шинах. Только представь, насколько сильно оно повысится, если газ внутри закипит. Что же произойдет в этот раз? Взорвется как атомная бомба? Или выдержит давление толстый металл и ничего не будет? А может он полетит как ракета? Пиши свои догадки в комментах. Хочу напомнить, что все трюки выполнены профессионалами на закрытой территории с соблюдением всех норм безопасности. Ну а пока мы разыграем обещанные в названии PlayStation 4 и 10 подарочных карт в Steam. Чтобы поучаствовать в нашем конкурсе, нужно выполнить всего пару простых действий. Первое. Установить приложение Pepper.ru, где ежедневно публикуются скидки на самые разные гаджеты, вроде вот этой PS4. И регулярно выкладываются акции с бесплатными раздачами платного софта игр. Ну и второе. Установить Telegram, если у вас его еще нет. И подписаться на их телеграм-канал, где скидки появляются гораздо быстрее. Чтобы подписаться, перейдите по специальной ссылке в конкурсе. Только так система узнает, что вы участник конкурса, а не просто случайно подписавшийся человек. Также вы можете увеличить свои шансы на победу, подписавшись на другие соцсети Pepper.ru и пригласив друзей. Подробности читайте в правилах конкурса. Такого мощного взрыва я не ожидал. Кислород дал очень яркую вспышку. Небо сверкнуло, как молния. Грохот был настолько сильным, что в ближайшем селе за 5 километров подумали, что началась бомбежка. Ничего себе! Вот это зрелище! Вернувшись на место взрыва, мы обнаружили, что от ванны с покрышками и баллона ничего не осталось. В десятках метров земля была выжжена. Кусок ванны на той стороне кратера. Землю прямо перекромсало. Баллон куда-то улетел очень далеко. Он летел как ракета какая-то вращающаяся в воздухе. Издавал страшный звук. Я даже боюсь представить, что же будет, если такой баллон рванет в жилом доме. Хотя что тут представлять? Не так давно такой баллон рванул в моем городе, прямо в больнице, разрушив сразу несколько этажей. И печально, что случаев таких много. На ютубе можно найти тысячи видео. Баллоны взрываются повсюду. В машинах, дачах, кафе, многоквартирных домах и даже в поездах. Причем баллон проводница занесла с холодной улицы сама, чтобы погреть чайку. Баллон в тепле треснул, громко зашипев. Его попытались выкинуть на улицу, но не успели. Газ воспламенился и взорвался. Весь вагон сгорел.
Мой тебе совет, наш зритель. Избегай использования столь смертоопасных газовых баллонов. А если ты все же вынужден ими пользоваться, тогда делай это безопасно. Нужные правила техники безопасности смотри в описании. Надеюсь, это видео спасет кому-то жизнь.